О ситуации с коронавирусом в регионе. За прошедшие сутки в области зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего по области с начала распространения инфекции коронавирусом заразились 24 113 жителей. 48 пациентов в тяжелом состоянии. За последние сутки от COVID-19 скончался еще один человек. Всего с начала пандемии умерло 197 наших земляков. Инфекционная больница заполнена на 44%. Здесь получают лечение 525 человек. Стоит отметить, что число получивших первый компонент вакцины достигло 239 314 человек. Оба компонента получили 215 857 человек.